Дом номер 45 на Волжском проспекте. Здесь многие годы жил известный самарский архитектор Ваган Каркарьян. Здание не ремонтировалось больше полувека. Штукатурка, вот в частности около первого подъезда, падала людям просто на голову. Здесь было уже даже травмы. Поэтому для нас вопрос обновления штукатурки дома, фасада всего, но это один из самых главных вопросов. В прошлом году управляющие компании Самарской области вышли с инициативой поддержать гражданскую позицию и провести отдельные виды ремонта в тех домах, чьи жители активно участвуют в выборах. Начинание поддержали в региональном правительстве. Жильцы домов по Волжскому проспекту явились на выборы 2014 года практически в полном составе. И когда мы узнали, что нас вот ждет такой подарок, ну, конечно, все были очень довольны. Эти дома расположены вдоль гостевого маршрута и должны иметь презентабельный вид, уверены люди. Дома, которые мы сейчас с вами, во дворе которых мы сейчас находимся, они выходят у нас фасадами на набережную нашей реки Волги. Безусловно, это здесь и туристический маршрут, и много людей приходят просто погулять, и наших жителей. А тем более мы ждем впереди наш чемпионат мира в Мондиале. 2016 год стоит по рекоператору этот дом. Получается так, что на год раньше люди стали счастливее. Таким образом, больше 200 домов отремонтируют в Самаре до конца года. Программа ремонта, которая поощряет активность горожан, продолжится и после выборов 13 сентября, на которых самарцам предстоит определить состав депутатов в районных советах. Марьяна Мирная, Сергей Баскин. События.